Так, и сейчас у вас какая семья здесь большая? Я, сын и жена сына. Так. Небеска. Сколько у вас сейчас метров эта квартира? Общая 44,5. Так, коридор. Ну, коридор там 2 с чем-то он. А комнаты? Комната 18 метров и 11 метров маленькая. Санузел совмещенный? Да, да. Кухня 5,4. Угу. Что больше всего вас не устраивает в вашей квартире? В нашей квартире маленькая кухня, совмещенный санузел, просто все уже взрослые люди. Вот. И потом проходная комната, что когда одна семья, ладно, они ушли спать, и хорошо, а когда две семьи, уже очень удобно. Угу. Я хочу лечь, отдохнуть, а мимо меня начинается ходьба. Это еще мы хорошо реконструировали комнату, это сделали ремонт. У нас же вот здесь вот дверь, мы ее заделали. И у вас получилось изолирование. Сделали вход через стеной шкаф. А технически в вашем доме текут трубы, да. Дуют из окон. Теперь да, теперь да. Раньше было хорошо все, но со временем, естественно, постоянно засоры. Трубы уже вот мы меняли, когда счетчики нам ставили водяные трубы. Они диаметр вот такой, а водичка проходит вот такой вот диаметр всего. То есть там накипи ужасные. Потом батарея, нет вот этого переключения, и поэтому вот зимой, ну, не дотронешься до батареи, поэтому мы вот так вот экранизацию такую сделали, чтобы, ну, не так жарко было. Угу. А когда начиналась первая программа сноса, еще, как говорится, при прежнем руководстве города, вам тогда уже обещали, что будут сносить ваш дом и вас переселять? Какая была ситуация? Это было еще в 2000 году. Говорили, что да, будут сносить дома. Какие конкретно? Какие дома? Вот ничего не говорилось. Я уже помню, на работе уже начинала коробки собирать. А оказывается, вот в первую очередь пошли дома определенной серии, вот как раз на месте которого построили наш новый дом. Там было 2 5-этажных дома. А вообще у вас была надежда, что вас снесут, когда вы увидели, что вас задвинули немножко в сторону и начали другие дома сносить? Ну, мы думали. Потом, когда вот все началось в Москве, вот эти вот экономический кризис, вот это, ну, думали, все, больше не будет ничего. И здесь раз, и Владимир Владимирович, и Сергей Семенович, и все, и опять все закрутилось-завертелось. Мы, конечно, голосование, когда было у нас дом 95% под снос, рядом вот наш дом тоже 90%, конечно, все за. Угу. То есть вам эта идея понравилась? Да, сразу? Да, конечно. Я думала, что мы здесь так и останемся навсегда, потому что купить квартиру у нас нет средств таких. Я спросила, когда к нам приходили из департамента жилищного вот этого, и я спросила, скажи, пожалуйста, сколько будет вариантов, из чего мы можем выбрать? И мне сказали так, по законодательству только один, и угу. Все. То есть эта конкретная квартира будет указана в вашем смотровом талоне. Да, ну, да. Много ли вам сейчас придется паковаться? И предупреждал ли вас кто-то, как вы будете переезжать? Вам дадут грузчиков, вам дадут машину, или вы все должны делать своими силами? Вы знаете, когда я спросила, и так вот в соседних домах вот тоже, вот эту комиссию, которая ходила, там одна женщина была, она как раз представитель соц. И она сказала, что машины и бесплатные грузчики будут даваться одиноким инвалидам. Угу. Потому что, ну, вот здесь вот, ну, за что не возьмись, ну, все разваливается уже. Хотя и говорят, что этот дом еще там 40 лет простоит. Да не простоит он 40 лет. Вот ваш посыл. Поэтому я не жалею. Я только за то, чтобы вот программа реновации продолжалась, чтобы все получали хорошие квартиры и все, и не жалели об этом. Присядете, потому что там, ну, маленькое помещение, и сразу два дома пришли, и я обязательно вас приглашу. Значит, порядок такой, вы подходите к первому окошку, изначально вас там отвечают, вы проходите в зону ожидания.